важно, чтобы фильм был позитивный. То есть, соответственно, нужны хорошие колоритные персонажи. Дорога, водоем, рок-н-ролл и клевые девки. Больше ничего не надо. Тогда фильм получится удачным. Если будет сценарий, тогда это вообще супер. Приехали в Еремеевку, такой большой организованной колонной, слава богу, все нормально, нас тут встречают, день хороший, слава Украине! Эй, что ты наробил? Что ж ты лизеньку берешь, вибище? Пиво, пиво, пиво! Где пиво? Люди из Сибири. Второй раз приезжают к нам. А, так это кино, бля. Я рожи корчу, я думал, фотографируют. Красавцы. Украина – охуенное место на планете Она Земля. Есть. Она есть, да. Ее не может не быть. Хорошо тут. Пожалею тех, кто не приехал.